Я буду самым модным в школе. Не снижать со стороны, нет? Они есть, вот, блядь, горды, блядь, они сломаны? Тут вообще нельзя кататься, как. Не треба мне, это мой гараж личный. Саня, а ты совпадешься? Бар, да, есть? Кафешка. Полотенце есть, в холодильнике с везли. Ух, я грязный. Ужас, ужас, как я выгляжу плохо. Номер за сколько? 220 гривен. 230 гривен. Если вам шашлика куричного 40 гривен. Чувак, я б не радовала. Але посмотрите, короче, в душевой. Там типа світло, на здесь місце. А светло? Не, вот. Ух, блин. Фу, как воняет, желтое все. Можешь типа ложиться сюда? Сюда и можно дрыгать. Это специально? Тебе за контент потом, типа, за это самое. Штраф 50 гривен, если будешь дрочить на эту бабу, короче. Ну что, давай на чувачи, кто на полу, а кто на диване? На кровати, да. А почему на полу и на кровати? Да я шучу. Я думал, ты боишься спида заразиться, здесь шлюх водит. Да я же не водит. С Калином, успокойся. Типа. Шлюх если водит если бы Калян был бы здесь, то я бы еще боялся, я бы в душевой бы переночевал. Куча волос. Покажи. Вот это был волос. Вот второй. Здесь лестница в болото. С отеля вышли и сейчас направляемся на стрит. У нас прошел дождь, но все подсыхает. Сейчас будем стрит без грипса катать. Поснимаем еще блок в городе Хмельницк стрит, чтобы было разнообразие, часть 2. Попьешь что? А язычком хорошо отработал. Ох уж это балик. Вот я пацанов заставляю шлемом одним на троих меняться. Без шлема не катаем. Ебой. Спайнал. Давай. Давай. Все, ладно. Это очень крутится, нужно новый грипс. Может быть, я трону. Ждем, пока голубь поест, и потом мы пойдем. Петя тоже поест, а чешу. Он на Ашане, у него нет тепла. Нельзя, они же сломаны. Да, поломаны. Как это не поломаны? Они же лежат со стороны, нет? Но есть, вот, блядь, горды, блядь, они не сломаны? Давай, давай, давай.
Привет. Вы переехали или ты мне так объяснял? Не, я мы проезжаем, чувак. Выспались. Мы тебе зараз спот покажем, Мишань. И теперь покатались. Вот. Он мне покажет спот. Сейчас я вам покажу, пацаны, спот. Сейчас я вам буду показывать спот. Потом все. Там нет. Он говорит, там нет, но ничего. Там ничего нет. Живет 10 лет, но я нашел. Идем. Сразу без подъезжалки. Стоп, стоп, стоп. Саня, а ты остаешься, Мишаня? Саня, ты остаешься. Я ничего не сломаю, серьезно. Если бы я что-то сломал, я откупил. Ты думаешь, что там маяка жесть? Жесть! 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 Задумывался, что воно гнеться и ламається. Не ламається, серйозно, я можу вистріляти. Не треба мені, це мій гараж лічний. Я вибачаюся, вас, але там це мій лічний гараж, син. Я поступив негарно, я зробив помилку, але я нічого не зламав. Ви визивайте пустах міліцію, ще ваш штраф. Що мене штрафують? Ти нас або зараз обліку вчора. Мовчіть мене, я вибачаюся вас, я серйозно. А ти, ну, гараж, а ти не подумав, що ти каркас? Каркас? Визивайте тюрму. Каркас. Ні, я взяв шлями. Шльом і шльом каркати закриваються. Що ви такі діти, вас батьки готують? Що ви не думаєте за батьків? Я вибачаюся. Можна ще раз, будь ласка, випали? Це гараж. Все, все. Я зараз точно визумію. Ще раз не можна, нельзя ще раз. Ну ладно, ізві. Вчера упал на живот, не буду показывать, здесь я жирный, на руль напоролся. И сегодня опять я напоролся на руль, непонятно, как я упал, я думал, я выдержу, но там как-то ямы, камни. Ну вот, друзья, я уже дома, только приехал с поездки, сразу записываю видео, извините, грязный, не помылся, устал. Но к чему веду? К тому, что я смотрел только что видео дропа. Я просто поскользнулся на какой-то куче чего-то мокрого, и там была еще внутри спрятана бутылка под этим. А прыгал я, не закладывая сильно градус, потому что нужно было ровно вылететь, так как ребра шли вот так вот, глубокие на гараже, нужно было ровно вылететь. Если бы я поворот сделал хоть чуть-чуть, колесо бы вывернулось, я упал бы через руль, поэтому я прыгнул прямо, чуть-чуть заложился и начал поворачивать уже на приземление, выкатить прямо, но заехал в эту фигню, какую-то солому мокрую. А почему я не проверил? Потому что, ну, видели обстоятельства, все делалось очень быстро, в спешке, поэтому лучше не спешите, а проверяйте место, где вы катаетесь, прыгаете, проверяйте дроп, каждый камешек. И вот, да, след у меня напухло, больно, все делает больно. Надеюсь, не сломал ребра, может, есть трещинка или что-то такое, но как если дышать могу, значит, вряд ли я сломал. Здесь вот горбик у меня. Надеюсь, травма не серьезная, так что катайтесь с защитой, обязательно делайте разминку, как я, и катайтесь с барендами. Короче, опять напоролся на руль. И я понял, что нужно баренды, без баренды я катать не буду. Катайтесь с барендами. Жестко. Жесть. Просто на руль напоролся без баренды. Барендочки, вот на. Артем, ну, человека видит. А, Артем. Блин, барендочки, блин. Я думал, что ты уже шестой рукой ударился жестко.
Баранда. 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 У меня напухла очень сильно грудь, потому что без баранды катал. Это неправильно, катайте, пацаны, с барандом. Гулечка, вы. Это меня. Сегодня случилось? Кто тут спрыгнет? Давайте снимем двухпролетку маленькую. Тоже? Я, мне больно давай. Ехать. Серьезно, типа, ехать больно. У нас свой серию паровозик. Да, с Денисом. Машина, у меня тормоза нет. С этим, может, Артем прыгнешь? С этим не хочет он не хочет прыгать. Артем, почему ты не хочешь кататься? Приехал? Я все, я уезжаю. Артем, приехал и уезжаю. Я уезжаю, да. Это скучно, Артем. Давайте здесь это Денис и с Артемом прыгнут. Реально, очень много хороших вещей, спотов можно найти в любом городе. Парни думают, что их нет, но они есть. Можно вот отсюда прыгнуть, отсюда боком, отсюда, сюда. И пропрыгать все боком на 180 градусов спрыгнуть. Не бойся. Денис на дорогу выехал. Ну, Валик на свой велик сел. Старый. Я у него покупал. Давай-ка, Валик. Ой-ой, Валик, ты че? Мой оператор не забыл, как катать. А ты что, тупо знаешь, что грудился, Денис? Не, ну ступеньки же вообще гострые. Не, ступеньки вот так вот прыгаются и оно... Ты задним не долетел, Дань? Серьезно, да. Ударился. Он возле машины проехал? Чуть машину не ударил, ты видел? Ох, сейчас будут разборки. Ситуация была такая жесткая. Жесть. Пострелили я не срапнул ему дверь. А? Наверное, пострелили ему дверь не срапнул. А, может быть, да, посмотрел или не зацепил. А было бы слышно. Без тормоза. Вроде ручка есть, а тормоза нет. Как так? А диска нет. Блин, думал, ты с тормозом. Нет, без тормоза. А он сюда не встает. Ну, я фрик взял, бо у меня только колесо пробито. Не было времени. Я тайр-слайдом поеду. Четко, да, четко. Чтобы запрыгнуть сюда, что-нибудь сюда спрыгнуть. Не важно что, может мэнул просто. Ну, а я по спинам уже трешку делаю. Нормально ли? Что там, Валик? Я забыл снять этот презерватив с камеры. И почему что все черное? Вроде бы все включено. Давайте, если кто-то хочет трюк в блок со ступенек. Пацаны, почему вы не научились кататься до моего приезда? Единственный пацан, который среди вас землил. Второй день у нас стрит-катки подошел к концу очень быстро, потому что я по глупости упал. Артем накатался, он не любит стрит, он дерт больше. Да. Мне нужно делать рентген, поэтому в следующий раз мы снимем больше. Надеюсь, вам понравилось это видео. Извините, что мало материала. Да, я сказал ребятам, что буду делать рентген, это так, чтобы мне ничего не писали. Я на самом деле наврал. Мы в травмпункт не ходим. Артем, ты ходишь там? Артем не ходит тоже в больницу. Я не пойду в больницу, я буду сидеть дома и монтировать блоки. Не забудьте подписаться, если хотите больше, и пишите в комментарии, если вам нравится видео такого типа. До скорых встреч, приятного дня. Пис. Все, концовочка. Жаль, что Коляны приехал. Колян? Колян это такое. Коляны. Да нет, пацаны, если бы Колян приехал, я бы вообще не пришел.
меня пикарды забрал. Пикарды вообще даже уже мы про казино «Вулкан». Казино «Вулкан» играешь? Да. В таком раннем возрасте? Да. Знаешь, что там можно больше проиграть, чем выиграть? Это не стоит играть. Я тактику знаю. Знаешь тактику игры в казино «Вулкан»? Какая? Я не хочу никого рассказать. Да расскажи, или все заберут твои деньги, думаешь? Я не хочу, наливай. Блин, казино много денег, расслабься, они на всех хватит. Я не хочу никого тактику. Ну, я знаю его тактику. Знаешь, ну? Нужно залить 1000 гривен, и вам придет в 2 раза больше. И тогда... И потом да сразу ладно, потеряешь 1000 гривен только. Что если залить 1000 гривен, можно вывести 1000 рублей. А ну расскажи тактику. Как понимаешь? Ты поднял? Ты поднял много бабла в казино? Да. Сколько? 400 гривен. Поднял 400? Да. Как поднял? С категории спорт. У меня здесь одни бизнесмены подписчики. Ну рассказывай, как поднял. Не перебивайте, мне красиво, давай. 400. Пошел в депозит 400. Слыв 100, а потом поднял 100. Секундочку. Неуважение к пацану. Смотри, он рассказывает, как поднять бабла. Не перебивай, пожалуйста, окей, Артем. Это важно. Да, это... Заливаешь 400 гривен. Ну? Приходит тебе еще бесплатных 400 гривен. И ты играешь на них. Ну, короче, ладно, проехали, да? Не поднимал ты денег на Вулкане? Поднимал. Все-таки поднимал, но я не понял, как. Ну, я же сказал тактику. Там до 18 лет. Закидываю 400 гривень, получается. В итоге еще плюс 400 гривень. Сзади будет такая тактика видео. А кто тебе даст еще 400 гривень бесплатно? Мам, цель. Казино. 10 минут. Там школа заливаю. Ще даю 400 гривень, там треба вибрати. Це я не пам'ятаю. Це 3 категорії. Бля, я не пам'ятаю. Не помнишь, как поднялся? Это было давно, короче. Блин, ну ты был, может, еще молодым тогда, когда поднимал эти бабки. Давно было, да? Ну ладно, хорошо. Наверное, уроки 20 назад. Ну, вообще раздруг на Вулкане поднимался на уроке. Потом на сей ранбокс такой сайт, короче, потом ну, все слил, короче. Вы типа все пять? Слился деньги? Да, все, добра. Что возможно, вы пять. Да, Мишаня подают любую рекламу. Что приехать еще раз в Минск покататься, да, деньги да, были. Да, писать, надо продавать рекламу. Мне понравилось с тобой кататься. Деньги! Мамка. Мамка не будет. Нет, ребята, не пофиг. О, да. Жизнь удалась, Люда. Жизнь удалась. Вот это крейзи. А, це не вже на руці розпишешся. Три. Це теж крейзи. Деньги! Ебай! Дорого. Пацаны, у вас мама сегодня будет? Да нет, секунда. Это моя старая. Секунда? Да. Нет, я буду в школе. Прав за скидки. Да. Я буду самой модной в школе. Наш человек, у меня тоже секунда. У меня за 30 гривен, по-моему. Это кофта уже третий год. Прикольно. Это я в этой кофте в школу хожу. Я буду самым модным в школе. В каком с этой кофтой хожу в школу? Так вечером мы же зарядились. Все равно люди в кассу ходят, звонят, жалуются. На что, на велосипеды? Ну что, тут вообще нельзя кататься, кажется. Ну ладно, ладно. Придет, а чей то велик лежит? Если все будет. А, болит. Ну не видно здесь горба, да? У меня здесь горб. Видно? Очень видно. Да, есть шишка. Давай поехали в тромбу. Да это такое, я привык. Ничего критичного, да? Да, я привык к таким травмам. Это нормально, серьезно. Все, сама там, спасибо за фото. Это такая травма, которую я обычно сижу дома. Если кровь течет, там, Свен, тогда и нужно идти. Мама будет у меня выздоравливать. Спасибо. Счастье! Да. Счастье! Ебой! Ебой! Колян, маман! Пойдет. Ошибка моя единственная была не в том, что я упал, бывает, там в яму можно упасть, хардтейл, это не подвес, но ошибка была в том, что я не одел баррент, я это признаю, я долго катался без баррента, это рано или поздно должно было случиться, поэтому оно случилось. Сейчас я рад, что я не проштрикнул себе все и не умер. Это мелочь, вы смотрите, если видно горку. Камеру тоже больно. Ебой.